немного еще поэкспериментировал с вот этой завитушкой. Ну, все равно как-то не то все. Это 16 квадрата прокованная. Вот этот участок более-менее такой, но не то. Здесь как-то еще толстый осталось, надо более тонкий делать, край вытягивать. Вот самый нормальный, вот они, два витка, которые симпатично будет смотреться. Первые обороты сделал, первый пробив, обороты, ну, тоже сильно грубые. Будем еще экспериментировать. Сделал еще одну. Тоже образец останется, немножко все равно не то, как, не так, как хочется. Здесь его вначале немножко переделать надо. И в конце чуть-чуть переборщил, перекрутил ее. А вот здесь вот вообще отлично смотрится. Самое хорошенькое место вот это. Ну, зато уже третья будет четкая. Объемная. Такая. То есть, вот она выкрученная идет. И наверх вот такая. Верхняя тоже шаблоном останется. Забыл, что здесь я чуть поменьше идет, большую сильно сделал. Это грубовато смотрится. Ну ничего, оставлю ее, пускай лежит. Там собираются, куда-нибудь да уходят. Бывает такой там дешевенький мангал кому-то надо. Собрал, так красивый узор сделал. Там уже не принципиально, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Даже вот это и то куда-нибудь пригодится. Начало можно вот до отсюда обрезать, тоже куда-то пустить. С этой стороны можно ее ручку сделать на кочергу. Сейчас как раз там одну кочерёжку попросили сделать. Здесь обрезать и все, этот кончик перековать, и будет кочерёжка. Здесь я, помните, или утоншить его, завернуть, чтобы ручка была, или просто шарик приварить. Она толстая, за нее тоже удобно держаться. Ну, посмотрим это уже. Если сделаю, сниму тоже на видео. Ну все, продолжим.